Кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сиземле, из-под небес по птичьи окликая, всех вас, кого оставил на земле. Кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Друзья мои, Кирилл Черных, «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. Спасибо огромное, Кирилл, благодарю тебя за выступление.